годы входили в мой кабинет, пачки денег клали на стол в ответ. Я еще ничего и не сделал, они дрожали, а они уже клали, все клали, 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 клали. Мне очень хотелось взять никакого криминала, но, слава богу, у ВВД были люди. Они мне объяснили без прелюдий, что если один раз возьмешь копейку, то все, и оденешь телогрейку. А мне так хотелось из-под носа взять вроде никакого криминала. Тут середины не бывает, чего ждешь? Ты или берешь, или не берешь? Нельзя быть наполовину честным, нельзя быть на раскоряку пресным. Мне лично, не скрою, хотелось взять, чтобы потом в сердцах гаркнуть «Взять!». Хотелось взять никакого криминала и взять. А мне так хотелось из-под носа взять вроде никакого криминала и хотелось взять, чтобы потом в сердца крикнуть «Ять!».